«День с толком». В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Не состоялось. Сотрудники школ искусств Барнаула отменили акцию протеста против низких заработных плат. Правда или нет? В соцсети родственники уверяют, что ребенок, пострадавший в ДТП в Барнауле, вышел из комы. Снова лучшие. Студенческая команда «Динамо Алтай» второй раз победила в престижном международном турнире. На акцию протеста пока не вышли. Сегодня во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд сотрудники школ искусств Барнаула намеревались выйти на митинг. Планировали требовать повышения оклада педагогов до минимального размера оплаты труда, так как устали, по их словам, работать за копейки. Акцию планировали еще в сентябре, тогда говорить с нами педагоги согласились только по телефону и анонимно. На грани нищеты уже. Интеллигентные, культурные люди с образованием. Прожить невозможно на эту ставку. И у нас люди работают по 2-3 ставки. То есть это очень тяжело. Работаем с детьми же. Ты должен эмоционально быть как-то заряжен. А с 8 до 8 каждый день. И это очень тяжело. Так не должно быть. Так почему акцию протеста решили отложить и будет ли повышен оклад педагогов до желаемого ими уровня, расскажем сегодня в вечернем выпуске. Ну а пока к другой актуальной теме. 10-летний мальчик, которого 15 сентября сбили возле магазина «Огни», вышел из комы. Об этом сообщили друзья семьи. Новость мгновенно разлетелась по соцсетям и обрадовала всех, кто уже почти месяц следит за судьбой ребенка. Напомним, 3 недели назад его сбили на пешеходном переходе. По словам очевидцев, водитель даже не пытался затормозить, а после столкновения скрылся с места ДТП. Удар был такой силы, что мальчик пролетел несколько метров. В больницу он попал в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому. Ребенок перенес несколько операций. Он пришел в себя, узнал маму. Сегодня ему делают МРТ. Если отклонений не будет по МРТ, его переведут в детское отделение травматологии. Между тем, в краевом Минздраве утверждают, что мальчик по-прежнему находится в коме на искусственной вентиляции легких. Такую информацию нам сообщили сегодня. Виновник аварии в СИЗО. Известно, что у него нет водительских прав. На ближайшее время назначено заседание суда. Свидетели аварии до сих пор дают показания. Мы будем следить за развитием событий. Как, впрочем, следим и за этим, сгоревшая крыша барнаульской многоэтажки на Северном Власихинском проезде почти отремонтирована. Осталось заменить утеплитель. На объекте побывали представители городской администрации и подрядной организации. Пожар вспыхнул в считанные секунды. Говорят, хорошая была крыша, сухие перекрытия воспламенились, как спичка. Горело больше 2000 квадратов. А при тушении квартир 30 залили водой. Восстанавливают до сих пор. Люди только сделали ремонт. А некоторые купили квартиры в ипотеке, и сейчас вот как, это вообще бедные люди. Еще же не просохло, все, и в кухне, все это самое, шлак-то намок в коридоре. Этот дом находится в управлении ТСЖ. Ремонт крыши должен был лечь на плечи собственников, но на момент ЧП на балансе было чуть более 1 000 000 рублей. С каждой квартиры пришлось бы собрать по 100 тысяч рублей. Власти города приняли экстренное решение выделить 11 миллионов из резервного фонда и поставили задачу полностью отремонтировать крышу к 1 октября. Такой вид работ, в котором учесть все практически невозможно. Поэтому в защиту подрядчика хочу сказать, что есть объективные причины. Тот объем старого утеплителя, который мы изначально предполагали и закладывали в наши контрактные отношения, он оказался гораздо больше. Работы по восстановлению крыши на доме Северо-Лосихинская, 60, на сегодня практически закончены. Угроза затопления жителей верхних этажей осадками устранена. Сейчас убирают старый утеплитель, устанавливают водосточные трубы, декоративные элементы. Шлак заменят на современную минеральную плиту. Она легче, лучше держит тепло и не боится воды. А квартиры жители обещают, теперь будут просыхать быстрее. Сейчас крыша закрыта. Отопление мы дали как можно раньше, чтобы квартиры просохли, чтобы люди начали помаленьку восстанавливать свое имущество, делать ремонты. На крыше планируют установить новые карнизы. Боятся, что зимой будет заносить снег. Но на это, возможно, понадобятся средства уже жителей. Карниз – элемент декоративный, пояснили власти города. Подрядчик же обещает закончить ремонт крыши в течение ближайших 2 недель. Евгения Доровская, Алексей Фризин. День с толком.
Продолжим выпуск. Губернатор края Виктор Томенко и председатель краевого заксобрания Александр Романенко приняли участие в обсуждении федерального бюджета на ближайшие 3 года в Москве. По словам Романенко, по итогу они оказались не согласны с финансированием края как сельского региона. Речь идет о федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее федеральные власти озвучивали ее масштаб. В течение 6 лет в такие территории планировали вложить более 2 триллиона рублей. В 2020-м, к примеру, почти 200 миллиардов. Однако в Москве вместо этой суммы озвучили другую – всего 35 миллиардов на всех. Как пояснил Александр Романенко, экономия произошла потому, что средства на решение дорожных, коммунальных и социальных вопросов в сельских территориях заложены в других национальных проектах. По словам Романенко, он будет добиваться возвращения прежних финансовых масштабов программы. Кроме того, подчеркнули участники, обсуждали тему предоставления жилья сиротам. Федеральные власти обещали взяться за системное решение проблемы. А сейчас к новостям из мира спорта. В Титов-арене завершился первый крупный хоккейный турнир. Барнаульцы взяли золото. Они шли к этой победе неделю. Команда «Динамо Алтай» в финале обыграла соперников из Нижнего Новгорода со счетом 4-2. Полные трибуны, жуткий шум и боевой настрой. Наши болельщики еще до начала финальной встречи были нацелены на победу. Первый период начался с удаления игрока нижегородской команды. Он буквально перевернул нашего вратаря. Спустя несколько минут счет открыли динамовцы. Первый период на табло 1-0 в нашу пользу. Оптимизм болельщиков лишь нарастает. Думаю, что с такого начала, конечно же, мы победим. Большая поддержка пришла, и просто все болеют за них, поэтому все шансы есть на победу в этой игре. Второй период начался не так хорошо. Нам закатили шайбу в самом начале, а потом еще и на 13-й минуте. Но за 3 минуты до конца периода наши красиво сравняли счет. Я первый раз сегодня на хоккее. Атмосфера просто пушка. Народу много. И я очень рад, что я сегодня пришел сюда. Побольше таких турниров. Международный он у нас как-никак. Для нашего города это очень даже хорошо. Во время третьей 20-минутки у болельщиков был повод хвататься за сердце. Сначала от радости за красивый гол, а потом за удаление сразу 2 наших игроков. Несколько минут динамовцы отбивались от атак новгородской команды втроем против 5. Но ни одной шайбы не пропустили. А на последних минутах забили еще 1 гол. До последней минуты не было ясно, кто выиграет. То есть хорошо ребята забили 4-ю шайбу, что облегчило маленько нам задачу. Они сделали все, что могли, но в хоккее один победитель. Были 2 хорошие команды, хорошая игра. Кто-то должен был победить, но, к сожалению, оказались не мы. ННГУ забрали почетное серебро. Кубок и золотые медали турнира достались команде «Динамо Алтай». Это уже 2-я их победа на Student Hockey Challenge. И, к сожалению, для этого состава последняя. Многие хоккеисты выросли из студенческих турниров. Очень хорошо играть, когда полный трибун. Когда столько народу, эмоции зашкаливают. Мне кажется, мы даже за счет болельщиков выиграли эту игру. Спасибо им большое. Пусть также приходят на хоккей. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. Ну а теперь о соревнованиях другого уровня и статуса. Каникросс прошел в Барнауле. Для тех, кто не в курсе, это когда человек бежит в одной связке с собакой. За стартами наблюдала Полина Жданова. Молодец. Найти площадку для каникросса было легко, по собачьему лаю. Немецкие овчарки, хаски, бульдоги, простые дворняги и редкие породы собак. В любительском забеге участвовали любые псы возрастом от полугода. Чтобы пробежать спортивную дистанцию каникросса, хозяин и собака должны соединяться специальным потягом, шлейкой и поясом. Эти соревнования, они не требуют какой-то особой дрессировки. Единственное, что на прогулке, если вы со своей собачкой бегаете, то она уже, соответственно, этому научается. Детская трасса для забега составила 500 метров. Взрослые бегали 1,5 километра. Дополнительно на взрослой трассе стоял огневой рубеж. Меткие выстрелы по мишеням добавляли бегунам баллы. Самому маленькому участнику каникросса оказалось всего 11 месяцев. Старшая дочка, наверное, 4-й участвует. Она тоже бежала в детском забеге. Он 1-й раз. Это, во-первых, семейный праздник. Участвует очень много семей. Из поколения в поколение. Дети бегают, родители бегают. Поэтому семейный хороший такой праздник, традиция. Мы каждый год участвуем.
Любительский конькросс прошел в Барнауле уже в пятый раз. Он по традиции совместил в себе приятное, спортивные соревнования на свежем воздухе с любимой собакой и полезное. Все взносы за участие пошли на помощь бездомным животным. А победили в забегах в каждой категории. Самые быстрые и сплоченные. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар», а у меня к этому часу все новости. До встречи.